Вчера я говорила вам, насколько собственное «я» более важно, чем что бы то ни было еще на сегодняшнем уровне человеческого осознания. Когда вы находитесь на уровне человеческого осознания, первое, что должно с вами произойти, это вы должны ощутить ваше «я». Как сказал Шри Кришна, «Атманне, атманне тушка». До тех пор, пока вы не достигнете вашей атмы, вашего духа, вы не получите удовлетворения от достижения чего бы это ни было. Потому что кундалини, которую вы видите здесь, расположена в треугольной кости, которую мы называем сакрум, крестец. Это значит, что греки знали об этом. Греки знали о крестцовой кости. Иначе они не назвали бы ее сакрум, что значит священный. Даже когда я ездила в Афины, я была удивлена, что Афина, слово «адха», происходит из санскрита, означает «изначальный». И она держала в руке змеевидный предмет со всеми чакрами. Это показывает, что греки знали об этом. И когда я беседовала с ними, они рассказали мне, что это факт, что индийцы пришли задолго до Александра. У нас были связи с индийцами задолго до Александра. И они рассказали нам о первозданной матери и ее трех энергиях. Это весьма удивительно, как они знали все об этом. А потом все это было утрачено из-за отклонения от добродетели, движения прочь от реальности. Итак, эта кость, крестцовая кость, содержит или же здесь пребывают кундалини в 3,5 витках. Это сила нашего чистого желания. Чистое желание – это такое желание, которое, будучи проявленным, должно давать вам полное удовлетворение. Например, некоторые люди ищут его во власти. Они удовлетворяют свои желания во власти. Некоторые ищут его в имуществе. Некоторые ищут его в других вещах. Но все эти искания не дают им удовлетворения. Если бы они могли давать удовлетворение, тогда не существовало бы проблемы. Потому что стоит вам купить автомобиль, затем вы хотите купить что-то еще, потом вы хотите купить что-то еще. Вы начинаете двигаться от одного к другому. И как говорит экономика, что в частном случае потребность можно удовлетворить, но не в общем. Итак, нам нужно понять, что потребности, которые у нас есть, желания, которые у нас есть, не являются чистыми желаниями, но нечистыми желаниями. И когда мы имеем дело с ними, мы никогда не получаем удовлетворения. Например, кто-то хочет что-либо сделать, он делает это, но он не получает от этого никакого удовлетворения. Единственный способ, которым можно получить удовлетворение, состоит в том, что вы становитесь единым с Божественным. И эта энергия желания, которая является чистым желанием, находится у всех и каждого в треугольной кости. Но мы потерялись. Мы ищем наше удовольствие, наши радости в неверных вещах. Мы думаем, что сделав одно или сделав другое, купив это или став тем-то, мы будем полностью всецело удовлетворены. И в конце концов мы открываем, что это не так. В эволюционном процессе такие люди, когда они открывают, что радость не находится во всех этих вещах, что в такого рода вещах отсутствует счастье, нам надо идти за пределы этого. Как только они открывают это, тогда они становятся особой категорией людей. И этой особой категорией людей являются искатели. Конечно, сегодня я нахожу, что так много искателей потерялось, особенно в Америке. Они потерялись в различных путях. Надо сказать, во всех культах или во всех других вещах, как наркотики или гомосексуализм, или чем бы вы это ни назвали. Они потерялись в этом, в насилии. Многие позволяют себе заниматься насилием или заниматься всевозможными делами, которые ведут их не к восхождению, но к деградации и приведут их не к их исканиям, но в их ад. Но это происходит сегодня. Вы можете ясно это видеть. Это происходит из-за того, что люди не понимают, что человеческое осознание – это переходная ступень, фаза. Вы должны идти за его пределы, и эта ступень, находящаяся за пределами, уровень, которого мы должны достичь, есть уровень вашего «я» для начала.
Вы должны прежде всего стать самореализованными. Имея в виду, вы должны родиться снова. А для того, чтобы родиться снова, вы должны позволить кундалини решить эту задачу. Итак, что мы делаем? Как люди сказали, я рассказала вам вчера, это не требует усилий и без каких-либо денег. Это просто происходит самопроизвольно. Теперь происходит так, что зажженная свеча может зажечь другую свечу. Таким же образом, я могу быть способен просветить вас, но вы можете просветить многих других. Как в Индии, у нас есть некто, который просветил 10 тысяч человек и сделал так много добра людям, что это удивительно. Даже такие люди, как президент Индии, мы можем сказать президент Верховного Суда или Гаагского Верховного Суда, который является международным Верховным Судом, его президент, он получил свою реализацию и является сахаджа-йогом. Так что у нас есть люди такого калибра, которые являются сахаджа-йогами и которые почувствовали вибрации, которые стали самореализованными. Но они очень смиренные люди, чрезвычайно смиренные люди. Индийцы в основном смиренны, и они знают, кто святой, а кто не святой. Они настолько чувствительны, что знают, кто святой, а кто не святой. Но на Западе, так как мы теперь утратили нашу способность чувствовать святость в человеке, мы не знаем, кто святой, а кто не святой. Итак, первое, что должно с вами произойти, чтобы понимать, кто святой, а кто не святой, это сначала получить вашу реализацию. Без духа, выражающего себя в вашем осознании, в вашем внимании, вы не можете различить, кто святой, а кто не святой. Как они распяли Христа безо всякой на то причины и поклонялись Гитлеру. Евреи, они отказались принять Христа. Они отказались. Они сказали, нет, мы не принимаем Христа, потому что Христос сказал, что я умираю за ваши грехи. Они сказали, нет, мы в это не верим, мы должны страдать. Так что они страдали. Они получили страдания. Если вы просите страданий, вы получите страдания. Но если бы они приняли Христа, по крайней мере, случилось бы одно. Они бы не пострадали. Они просили страданий, они думали, до тех пор, пока мы не пострадаем, мы не сможем пойти к Богу. Это была очень неверная идея, потому что Христос сам был евреем. Сам. Он родился среди евреев. Именно евреев Он пришел спасти. Но они именно те, кто отказались принять Его. Потому что они были слепы, они не хотели понять суть вопроса. Точно так же это происходило в каждом столетии, во всякое время, приходила любая инкарнация. Люди не хотели принимать. Не в Индии. Я бы сказал, индийцы гораздо более чувствительны к духовности, потому что они не так материалистичны. Они понимают, потому что мы искали веками и искали традиционно. Так что они знают, в чем состоит их искание, что оно значит. Для меня нетрудно рассказывать им о кундалини. Там я начинаю на совершенно другом уровне, ибо они знают все, что бы я ни говорила. Они уже знают, что это такое. Возможно, не в городах, где люди под влиянием Запада, но они знают. Но для других людей я должна начинать это от А до Я. Итак, это кундалини, она свернута в 3,5 витка, и это имеет математическую формулу. Итак, только индийцы и буддисты от индийцев, я бы сказала, верили в небытие. Они верили, что существует небытие. Бытие и небытие. Что это за состояние небытие? Когда вы становитесь небытием, значит, когда вы идете за пределы ваших условностей и эго, тогда вы становитесь небытием. И как только вы становитесь небытием, тогда ничто не может коснуться вас. Как я говорила вам вчера, тот, кто стоит в воде, боится в ней утонуть. Но если вы попадаете в лодку, тогда вы начинаете понимать, что вода внизу, и она не затронет вас. Такое состояние необходимо достичь. Это небытие. Это четвертое измерение внутри вас. Это также называется на санскрите Турия Деша. Вы можете сказать, почему именно в Индии эти люди обнаружили все это? Понимаете, причина в том, что Индия очень древняя страна. И там у нас не было этой проблемы, с которой вам приходилось сталкиваться, когда вы приезжали в Америку. Приходилось сталкиваться лицом к лицу с природой, прежде всего. Наша природа очень добра, мы можем жить под деревом, есть плоды леса и можем быть довольны собой. В этой стране мы не нуждаемся во многом, чтобы прикрыть себя или иметь любые усовершенствования. Так что внимание всегда находится внутри, чтобы разузнать, зачем мы здесь, что мы здесь делаем. Растрачиваем ли мы свою жизнь понапрасну?
Причиняем ли мы какой угодно вред самим себе или другим? Нормально ли существовать в качестве людей, или, может быть, есть что-то за пределами этого? Такие поиски были там тысячи и тысячи лет, и благодаря этим исканиям они были способны прийти к правильным заключениям, что внутри нас есть кундалини. И эта кундалини должна быть пробуждена. И если она пробуждена, тогда вы можете стать своим «я» очень легко. И это было той работой, которую я должна была сделать. Для этого мне нужно было очень напряженно работать днями, чтобы понять, в чем была проблема с человеческими существами, изменения и комбинации проблем, которые у них есть. И каким-то образом мне это удалось. Я думаю, теперь массовая реализация возможна. Вчера, несмотря на то, что некоторые люди озорничали, мы на самом деле получили реализацию. Это работа Бога. И работа Бога будет продолжаться, даже если некоторые люди приходят и беспокоят вас. Не имеет значения. Они в точности как комары. Они приходят и уходят прочь. Это не имеет никакого значения, потому что, понимаете, работа Бога гораздо более велика, чем то, что они думают о себе. Итак, не имеет значения, что происходит, или что люди говорят или болтают. Работа Бога будет продолжаться. Но вы должны знать, что это живая работа, это не пластиковая вещь. Вы можете произвести тысячи пластиковых цветов очень легко, но вы не можете произвести один единственный живой цветок. Итак, когда эта живая сила должна действовать, это требует времени. И она будет требовать времени. Постепенно она будет расти, и вы будете удивлены, что постепенно она будет расти так прекрасно, что вдруг обнаружите множество людей, которые поднимаются и становятся. Потому что в сахаджи-йоге важно то, чем вы становитесь. Это осуществление. Это не какой-нибудь сертификат или некая организация, что вы принадлежите какой-то организации или имеется некий сертификат. Но это то, чем вы становитесь. Важно ваше становление. Если вы не можете стать чем-либо, тогда вы не способны к сахаджи-йоге. Многие люди, которые приходят к нам, мы находим, они значительно совершенствуются. И они также становятся очень великими. Но некоторые люди нет. Они просто потеряны. Энергия вся растрачена. Что бы ты ни пробовал, они не становятся. Иногда они настолько обусловлены, что мы не можем улучшить их. Тут мы чувствуем себя беспомощными по отношению к ним, потому что они также не хотят взаимодействовать, а также на них лежит груз многих воздействий. Но 90% людей поднимаются очень хорошо, и они проявляют все, чтобы они не достигли. Теперь, главное дело это понять, что этот механизм существует внутри нас. Эта энергия существует внутри нас. Это как гипотеза для вас. Вы не приняли это гипотеза, как если бы ее излагали ученому. Но ученые должны обладать открытым умом. У них не должно быть закрытого ума. Если они имеют барьер, им невозможно изложить что бы то ни было. Если они ученые, у них будет открытый ум, чтобы выслушать мою гипотезу. И если она может быть доказана, тогда вы должны принять ее. Если она не доказана, вы можете сказать, «Хорошо, пока это не доказано». Хорошо. Так что вам надо подождать и иметь на это терпение. Вот что это такое. Простыми словами, что это нельзя дать вам насильно. Это не может склониться перед вами. Вы должны попросить этого. Никто не может заставить вас, что вы можете стать. Я не могу гарантировать. Вчера я сказала, это факт. Но все же так много людей получили свою реализацию, почувствовали прохладный бриз и ощутили прохладный бриз из своей головы. Этого вы не можете сделать иным образом. Все остальное вы можете сделать, но этого вы не можете сделать. То есть получить прохладный бриз из вашей головы, что является фактом, вы можете чувствовать и испытывать. Но как я говорила вам, что мы живем ментально в гораздо большей степени, чем мы живем с реальностью. А ментальные проекции могут быть чем угодно. Как человек, который убил кого-нибудь, он имеет оправдание. Я убил кого-то из-за того-то и того-то. Но такое оправдание не позволяет вам избежать закона, не так ли? Нет. Вы будете пойманы законом. Вы не можете делать этого. Какое угодно правонарушение, вы не должны совершать его. Но это человеческий закон. Таким же образом существует закон Бога. И если мы идем против законов Бога, тогда что происходит? Нас наказывают. Итак, сегодня я собираюсь рассказать вам о другом осознании, которое можно иметь, о котором нужно знать. И говоря о сверхсознании, которое находится на верхушке вашей головы. Но когда внимание перемещается на левую сторону слишком сильно или на правую сторону слишком сильно, тогда также могут возникать очень и очень большие проблемы. И большая проблема может прийти из-за того, что мы
не имеем знаний об этом. Мы не знаем. А то, что неведомо, не обязательно будет божественным, совсем нет. Теперь, когда вы начинаете, скажем, становиться чрезвычайно послушными, раболепными, или начинаете следовать чему-то очень слепо, вы начинаете становиться фанатичными в отношении этого, просто не думая, что вы делаете, верно это или неверно. Вы просто следуете чему-либо подобным образом. Мы называем это левосторонним перемещением внимания. Оно начинается там, где вы начинаете подчинять себя чему угодно, подвергаться влиянию чего-либо, принимать рабство неких идей, принимать условности некоторых теорий. Теперь, стоит вам начать принимать такие теории ментально, внимание начинает перемещаться по направлению к левой стороне. А также некоторые люди обладают способностью овладевать вами таким образом. Они могут овладевать вами и могут поступать так, что вы теряете вашу свободу и становитесь человеком такого рода. Затем, что происходит в такое время? Вы начинаете перемещаться от вашего сознательного ума к подсознательному, а затем к коллективному подсознательному. Если вы перемещаетесь к коллективному подсознательному, тогда что происходит с вами? Если вы перемещаетесь в коллективное подсознательное, то человек становится одержимым. Эта одержимость приходит к вам посредством того, что мы зовем протеином 52 или протеином 58 в медицинской терминологии. Они говорят, что если человек расположен к раку, его инициирует присутствие или проникновение протеина 52 или протеина 58. Это названия, данные врачами, которые запускают болезнь. И как только это случается, тогда человек не может избежать рака, потому что тогда начинается инициирование, и ему становится все хуже и хуже. Эти 52 и 58, где вы находите их? Согласно врачам, вы находите 52 и 58 в области, которая создана внутри нас с момента нашего сотворения. Эта область помещена внутри нас на левой стороне, как вы видите. Кто-нибудь может подойти и показать. На левой стороне размещена эта область. И в эту область человек входит очень легко. Скажем, вы начинаете произносить чье-либо имя. В наши дни является модой давать вам мантру. Вы начинаете получать мантры, продолжаете произносить мантры, мантры, мантры. Тогда что происходит? Что вы не соединены с Божественным и начинаете произносить имя неизвестно кого. Итак, вы не соединены, и вы просто оказываете сильное давление на ваш ум, чтобы получить соединение, но вы не в состоянии, потому что кундалини не поднялась, так что вы перемещаетесь на левую сторону, а там вас быстро ловят, и вот почему вы знаете, в культах люди настолько сильно загипнотизированы. В каждом культе людей гипнотизируют, потому что они перемещаются влево для доминирования этих гуру и сущностей, потому что они хотят делать на них деньги, а потом они не могут думать больше ни о чем. Они только думают, это верное дело. Я была удивлена, что некоторые из культов, их гуру не знают даже санскрита. Некоторые из них только что вышли из тюрьмы, и они стали гуру. И они дали мантры, которые настолько смехотворны, что кому-то дали мантру «инга». Нет такого слова, как «инга», кроме как для этого слова в разговорном отношении. Это называется «инга», когда паук или что угодно, можете сказать, скорпион, получил жало. Это называется инга. И этот скорпион, когда этот скорпион жалит человека, это называется инга, значит укус. Итак, это мантра, данная многим людям. Я была потрясена, и им сказано никому не говорить об этом. Так, если рассказывать кому угодно, начинаешь смеяться, и все смеялись бы над этим. Еще одна мантра, я слышал, это была «тинга». Это значит, когда вы показываете кому-нибудь вот так. Это есть «тинга» в разговорном слове, не на санскрите. Нет ничего похожего на «джиран» на санскрите, это не имеет смысла. А в санскрите все имеет значение. Даже каждый слог имеет значение. В общем, такие люди пришли и стали великими гуру. И они дают вам имена, возможно, имена неких протеинов,
которые существуют и которые входят в вас, и вы становитесь одержимыми. Итак, это левостороннее перемещение является весьма обычным делом. И как только вы попадаете в это левостороннее движение, вы не можете выбраться из него. Это очень трудно. Так что люди, которые находились около таких людей, или в таком зачарованном состоянии, немедленно выявляются, когда они приходят к нам за реализацией, и мы не знаем, как с ними обращаться. Потому что если говоришь им «забудьте вашего гуру», им это не нравится. Они начинают корчиться, и их тело начинает сводить судорога, они ужасно себя чувствуют, они не могут спокойно сидеть, они не могут уйти. Но если говоришь им, что это было ошибочным, они не хотят принимать, потому что они все еще носятся с этой идеей, они не хотят верить, что чем бы они ни носились, было неверно, что они должны восходить. Даже когда они восходят, они занимают много времени. Это одна очень большая проблема, с которой мы сталкиваемся. Но в результате ухода в левую сторону вы получаете большинство неизлечимых болезней. Например, ваша болезнь СПИД, которая пришла, имеет место из-за сочетания левого центра Муладхары и сердца. Это оно, именно оно. Конечно, это должно иметь вместе с тем свадистан, левый свадистан, как результат этого. Если бы кто-нибудь мог вылечить эти три центра такого человека, такой человек может быть излечен. Склероз происходит от того же. Если кто-то страдает от рассеянного склероза, та же проблема. Тогда идут чакры Муладхара, Войд, и также иногда правое сердце. Склероз. Большинство мышечных проблем похожи на это. Затем мы получили рак. Рак может иметь место из-за любой чакры, находящейся на левой стороне. Должно быть сочетание двух чакр на левой стороне. Зависит от того, где находится болезнь. Но когда заболевание раком переходит в центр, затем она начинает двигаться. И вы получаете скоротечный рак и может начать переходить от одного места к другому, и это может убить человека. Вот как с вами может быть просто покончено с помощью скоротечного рака. Теперь, когда кто-либо уязвим, как я бы сказала, человек, который очень и очень активен, который все время находится в состоянии сильного шока, очень-очень активный и возбужденный, допустим, он встает утром, читает газету, забирается в душ, а потом кое-как собирается, садится в машину, а потом выезжает. И в очень возбужденной манере он живет в состоянии шока, потому что читает ужасные новости и видит большой затор на улице. Все эти вещи происходят. Он настолько полон возбуждения. Такой человек уязвим для другой вещи под названием рак крови. Но для этого также левая наби, этот центр, подвигается нападению. Если атакована левая наби, при этих обстоятельствах такой человек может получить рак крови. Предположим, что есть такая мать, она очень лихорадочный человек, и она пытается как бы делать много дел в одно и то же время. Она имеет такой характер. Тогда и ребенок также может получить такую болезнь от нее. Если мать очень экстремальный тип человека или прошла через стрессы, подобные этому. Я видела людей, которые прошли через войны и которые вышли из проблем. Их дети также очень подвержены болезням мозга. И они также получают это из-за левостороннего перемещения. Но по мере того, как вы идете вверх, как чакры восходят на левой стороне, скажем, левая агния блокируется, и левый свадистан блокируется, это значит, что человек полностью одержим. Но вместе с тем, если сердечная чакра заблокирована, или вместе с этим чакра вишуди заблокирована, тогда человек может стать безумным, и такие люди могли бы существовать. Но они становятся безумными, и становятся нормальными, затем становятся безумными. Подобно этому они продолжают, в конце концов они заканчивают как безумные люди. Но в сахаджа-йоге можно вылечить людей, которые безумны, но с ними нужно обращаться некоторым образом. Обычно мы не берем в свою группу любого человека, который является сумасшедшим, потому что очень трудно лечить их и улучшать их. Но если они сами хотят справиться с этим, мы говорим, хорошо, работайте над этим вот так, попробуйте, если хотите быть в порядке. Но есть много промежуточных фаз, таких как шизофрения, можете это так назвать. Или некоторые люди, которые неуравновешены, которые нервные, всякого рода
вещи находятся в промежутке. Поэтому даже если не считать абсолютно сумасшедших, существует так много остальных, которые выглядят в своем уме. Но внутри они имеют проблемы. Все такие люди могут быть излечены с помощью сахаджа-йоги, если они действуют в соответствии с тем, что мы говорим им, и так, как это должно быть сделано. В сахаджа-йоге практика чрезвычайно проста, потому что это вопрос баланса. Левая сторона блокируется. Если левая сторона блокируется, тогда вы получаете все эти проблемы. Но если вы можете сбалансировать это, если вы можете сбалансировать левую сторону с помощью правой стороны, от болезни можно избавиться. Например, если вы получили, скажем, левостороннюю проблему, и вы занимаетесь какой-нибудь правосторонней деятельностью по развитию эго, вы удивитесь, что ваш рак может быть излечен. Но затем они пойдут на правую сторону. Это значит, что вы становитесь устремленными к эго, становитесь крайне амбициозными, становитесь футуристичными. Вы начинаете доминировать над другими, а это именно то, что практиковал Гитлер. Он получил это знание от Далай-ламы. Он написал это в своей книге, что он узнал это от Далай-ламы, как контролировать умы людей посредством того, что вы их подавляете. И через это угнетение, что вы создаете из них дьяволов. И вот почему он делал это. Потому что они стали настолько амбициозными, они стали расистами для начала. Они стали расистами, они думали, что они лучшие, они наивысшие, они имеют право убить любого, они имеют право отомстить, они имеют право дурно обращаться с людьми. Всякого рода странные идеи приходили им в голову, этим правосторонним людям. И когда они приходят в правую сторону, они не знают, на что способны. Потому что они, как только они развивают правую сторону, тогда они получают другие болезни. Как они могут развить кровяное давление, они могут получить болезни почек, они могут получить болезнь сердца. Сердце не в смысле ангину, не ту, что от летаргического сердца, но от сверхактивного сердца. Они могут получить неожиданный обширный инфаркт, и они могут умереть от этого. Итак, такие люди также страдают от всякого рода болезней печени, таких как цирроз печени, печень или болезни печени. Болезни кожи, проблемы кожи, все они происходят от правостороннего движения. Итак, когда вы начинаете перемещаться на правую сторону слишком сильно, вы можете стать одержимыми людьми, которые сверхактивны, как устремленный к эго человек, если он подружится с другим эгоистичным человеком. Оба они сочетаются вместе таким образом, что формируют группу эгоистического характера. Когда они становятся эгоистичными, они стараются доминировать. И может возникнуть большая группа, безумная, ужасная, жестокая группа, которая может пытаться убивать. И в Индии у нас была одна такая группа, которая была сформирована под именем богини, а они начали это в Индии. Я имею в виду, конечно, она сейчас запрещена, и тот парень находится под надзором. Но до сих пор в Америке он имеет последователей. Удивительно, они попались на убийстве неких послов и все такое. И лидеру пришлось пробыть в тюрьме длительное время. Все это случилось, но последователи, из-за того, что они так одержимы идеей, что они ответственны и должны убить каждого, и что они должны стать как Гитлер, тогда невозможно это остановить. Это очень трудно. Но вы можете, если вы сможете поднять их кундалини, тогда они поймут, это нереальность. Мы просто занимаемся чем-то, что нереальность. Это не для нашего блага и не для чьего угодно блага. Это такое опасное дело вы делаете с собой. Это совсем неблагоприятно, как для нас самих, так и для кого другого. Так благоприятность приходит лишь когда вы движетесь вверх. Третье, можем сказать, это сознание ада, где люди в самом деле дьявольские по натуре, их невозможно изменить. Они очень бесноватые, подобные дьяволу, очень одержимые, крайне надменные, агрессивные, и они на самом деле дьяволы, воплощенные в человеческих формах. И такие люди должны пойти в ад, потому что мы называем их как сознание ада. Они всегда думают о разрушении, об уничтожении остальных, о подавлении остальных или о уничтожении. Есть много пхутов, вы знаете, которые уничтожают себя. Именно так они убивают себя. Это все люди, которые находятся на стороне противоположной восхождению. Итак, когда вы начинаете подниматься выше и выше в эти чакры, и когда кундалини поднимается через все чакры и идет вверх за пределы сахасрары, как мы называем ее брамарандра, здесь вы становитесь более тонким существом, как ваше человеческое внимание, скажем, мы можем сказать, которое как эта материя здесь, и теперь кундалини толкает его вверх, вверх, вот так. Так что все ваше внимание, которое находится снаружи, идет внутрь, а затем оно проникает отсюда. Это проникновение делает внимание утонченным.
Потому что тонкое, которое находится вокруг, которое вы обычно не ощущаете, начинает проникать в него. Оно начинает покрывать ваше внимание. И вот как мы говорим, теперь ваше внимание просветлено, и теперь оно на самом деле просветлено. Это не просто на словах, но оно становится просветленным, коллективным осознанием. Вы становитесь коллективно осознающими. Тогда такие люди, когда они говорят, они обладают такой личностью, таким знанием, они становятся знанием, у них нет проблем. Они становятся знанием, потому что они теперь становятся абсолютом. Но вам решать, что вы ищете в жизни, что вы хотите в жизни. Чего стоит ваша жизнь? Если вы хотите обманывать свою жизнь и растрачивать ее на что-либо очень дешевое и заурядное, бесполезное, тогда вы можете продолжать с этим. Но если вы считаете, что ваша жизнь как человека важна, должна быть, потому что вы произошли от амебы до этой стадии в качестве человека, не для того, чтобы впустую растратить это. Не для того, чтобы выбросить ее, бесполезно, но чтобы стать духом. Вот зачем вы пришли на эту землю, и вот что должно с вами произойти. Теперь основная проблема с людьми состоит в том, что существуют препятствия, которые мы получили. Принять что угодно для нас препятствия. Но тут нечего принимать. В сахаджи-йоге вам нет необходимости принимать что бы то ни было, но вы не должны так отвергать. Если вы отвергаете, я не могу поднять вашу кундалини, я не могу. Вы должны позволить вашему уму быть открытым, чтобы стать реализованным. Потому что существует одна причина, зачем вам надо сделать это в большей степени. Потому что вы не знаете о кундалини. Люди рассказывали мне, что они не знают даже, что такое самореализация. Представьте себе, в Индии, когда родился мой внук, у нас был астролог. В тех местах, откуда мой муж, около 2000 миль от того места, где родился ребенок. Он отправил телеграмму, говорящую, что это дитя нашло своего гуру, садгуру, среди домашних. Это было таким большим делом найти садгуру, который даст реализацию ребенку. Для нас это самое важное дело. В гороскопе первое, что они спросят, получит ли ребенок свою самореализацию в период этой жизни или нет. Что они говорят? Хорошо, в период этой жизни и не думайте, может быть, в следующей жизни. Они скажут, о Боже, нам придется ждать еще одну жизнь. И все действие происходит вокруг этого, все поведение. Что вы должны стараться контролировать свое внимание, читта ниродха. Старайтесь проверять свое внимание, куда бы оно ни хотело уйти, просто контролируйте его. Почему оно здесь? Что случилось? Ну и что? Если вы хотите прыгнуть в море, так что же? Кто вы, чтобы говорить нам? Его там нет. Оно там есть, и вы должны контролировать ваше внимание. Контролировать ваше внимание. Содержать внимание в чистоте. Если ваше внимание не чисто, во время реализации будет проблема. Это совершенно другое отношение к жизни. Если кто-нибудь сердится, здесь люди всегда говорят, «Я ненавижу тебя». Я хочу сказать, в Индии, если ребенок скажет так, он получит две пощечины. Считается дурными манерами. Даже думать так, что вы ненавидите кого угодно. Ненавидеть кого-либо – это признак вырожденной личности. Я имею в виду, это весьма обычно у индийцев. Что бы вы ни знали об индийцах, это люди, которые переселенцы, которые приехали сюда делать доллары. Это другие люди. Они как бы выброшены. Но люди, которые находятся в Индии, теперь у нас здесь по крайней мере 20% людей, которые были в Индии, можете спросить их. Для них щедрость – это добродетель. Праведность – это добродетель, чистота – это добродетель, спокойствие – это добродетель, миролюбивый характер – это добродетель. Они не хвастаются своим гневом, и они совсем не хвастаются своей ненавистью. Я имею в виду, это никогда, никогда, никогда не делается. Если даже кто-то ненавидит вас, они не говорят «я ненавижу вас». Когда я... Мне потребовалось некоторое время для того, чтобы даже произнести это предложение людям. Это нечто запрещенное. Потому что ваш язык портится. Если ваш язык испорчен и нечист, тогда, что бы вы ни говорили, становится неправдой. Ваш язык должен быть чистым. Вы не должны говорить что-то, что не является истинным. В том смысле, что истинным не значит, что, предположим, кто-то является человеком, который, по вашему пониманию, нехороший человек. Вы не должны говорить этого. Нет необходимости говорить, что вы нехороший человек. Просто храните молчание. Пусть он проявится, потому что если он плохой, он будет страдать. Это обычное отношение. Я не говорю за индусов, но я должна сказать, что касается духовной жизни, у них надо поучиться.
Некоторые из них, которые были жуликами, должно быть, приехали сюда, чтобы ограбить вас. Это другое дело. Я весьма сожалею об этом, я сожалею. Но я также виню вас за вашу наивность. Я приезжала задолго до этого, но я говорила, вы не должны никому платить никакие деньги, и никто не слушал меня. Я им совсем не нравилось, когда говорила это. Итак, вам пришлось пострадать. Я знаю, это неправильно, но это случилось. По крайней мере, сейчас люди должны понять, что чистота может быть достигнута только через самореализацию. Невинность может быть пробуждена внутри вас на первой чакре. На первой чакре вы развиваете невинность. На второй чакре вы развиваете созидательность. Я знал людей, которые никогда не пели, начали очень хорошо петь. Которые никогда ничего не творили, начали создавать прекрасные картины. Теперь они стали великими художниками, очень известными художниками. Музыканты, те, которые никогда не занимались архитектурой, стали великими архитекторами. И те, кто никогда не занимались никаким украшением интерьера, добились многого. Итак, чтобы сказать, что мы очень созидательны, нужно знать, что вы обладаете ограниченным запасом энергии. И для этого вы должны быть соединены к источнику энергии, так, чтобы все время эта энергия текла в вас. Теперь на вершине этого находится третий центр, который является центром ваших исканий. Итак, что бы вы ни искали, это было не в порядке. Но вы действительно получаете ваше материальное благосостояние, нет сомнений. Вы на самом деле получаете ваше материальное благосостояние, но до определенного момента, когда вы чувствуете абсолютное удовлетворение в отношении этого, ни в чем более не нуждаетесь. Вы также получаете великое благословение собственного достоинства и божественности. Вы получаете надлежащее понимание вашего бытия. Вы становитесь как король. Для короля то, что вы называете императором, он ни в чем не нуждается. Например, как вы знаете, я родилась в очень богатой семье, и это королевская семья, и мой муж также в очень богатой семье, все в порядке. И мы живем с очень большим комфортом, без сомнения. Но я могу спать где угодно, я могу спать на улице, я могу жить где угодно. Я не беспокоюсь о том, где я живу, что я делаю, как я передвигаюсь, у меня нет проблем. Потому что, если вы император, вы не просите ни о чем, не правда ли? Если вы получаете пищу, хорошо, если не получаете, хорошо. Нравится ли вам какая-то пища или не нравится пища? Некоторые говорят, я не знаю, что я ел утром, я не знаю, что я буду есть сейчас. Я не знаю, обедал я или нет. Если обедал, хорошо. Другими словами, вы можете делать все, что вам нравится. Именно так просто. Ваше тело становится вашим рабом. Вы можете прилечь где угодно. Вы чувствуете, что можете справиться с любым количеством путешествий. Вы можете переделать тысячу и одно дело. Вы становитесь настолько динамичным. Это происходит, когда ваша лакшми-таттва растет. Внутри нас существует четыре лакшми-таттвы. Первое – это лакшми-таттва. Когда вы становитесь очень достойным человеком и наделенным материальными удобствами. Но комфорт, который убивает вас, отсутствует. Комфорт означает, что материально вы более не обеспокоены. Вы получаете работу. В Лондоне у нас так много безработных людей, но в Сахаджа-йоге все те, кто находится там, все они получили работу, все они. Трудно найти одного человека, не получившего работу. Более того, это обязательно в Сахаджа-йоге, чтобы те, кто остаются в ашраме, должны иметь какую-то работу. Мы попробовали разрешить некоторым людям прийти без этого, но получили очень плохой опыт от таких людей. Итак, все те, кто живут взаймы или нечто подобное, мы не разрешаем им приходить в ашрам. И вы удивитесь, что как только они присоединились к Сахаджа-йоге, они получили работу. И они получают все лучшую и лучшую работу. Потому что Кришна сказал, «Йога кшема вухам михам». Когда вы получаете вашу йогу, о вашем благосостоянии позаботиться. Он не сказал «кшема йога». Он не сказал «я забочусь о вашем благосостоянии, а затем вы идете в йогу». Нет. Сначала йога. «Йога кшема вухам михам». Сначала вы получаете йогу, а затем кшема будет успешной. Вот что происходит с вами на чакре Наби, которая очень важна. Затем Раджа Лакшми, то есть вы становитесь как король. Вы становитесь Граха Лакшми или Грихастха. Это значит, вы становитесь домохозяином. Вы становитесь хорошей женой и хорошим мужем. Вы развиваете должные чувства друг к другу и развиваете должные чувства к вашим детям. Вы улучшаете ваше общество с помощью этого. Если это рождено в вас, что вы понимаете важность хорошей семейной жизни,
И это автоматически происходит. Вам не надо никому рассказывать. Даже те люди, которые ненавидели друг друга, после прихода в Сахаджа-йогу стали любить друг друга, понимать и наслаждаться друг другом. И супружеская жизнь в Сахаджа-йоге потрясающая. 90% супружеской жизни настолько велико, что люди в Америке, где они разводятся каждый третий год, мы видели людей, которые весьма хорошо преуспевают в супружеской жизни. Даже в Америке. Даже здесь. Это находится в этой ментальной проекции. Жена нехорошая, муж нехороший, все исчезает. Вы становитесь духом. Вы начинаете наслаждаться более глубоким значением супружества. Затем приходит четвертое качество лакшмитатвы. Это четвертое качество. Это качество восхождения. Люди, которые получили больше денег, теперь присытились и теперь хотят получить нечто за пределами этого. Таким же образом, в сахаджа-йоге, когда вы начинаете двигаться, вы обнаруживаете, что ничто другое, а только духовная жизнь дает вам настоящую радость. Так что вы просто не заботитесь ни о чем еще, кроме духовной жизни. А что такое духовная жизнь сахаджа-йоги? Это когда вы становитесь светом и даете свет остальным. Бескорыстно, в этом нет эгоистического побуждения. Просто потому, что вы свет. Вы становитесь светом. Вы не видите свет, вы становитесь светом и даете свет остальным. И просто делаете это бескорыстно, не взимая никаких денег, ни о чем не прося. Вы просто начинаете давать то, что вы получили, спонтанно, не платя за это. Вы просто делаете таким образом, который является святым образом действия. Святые всегда тратят свои собственные деньги. Всегда тратили свои собственные деньги, чтобы давать радость остальным. Они никогда не брали денег ни у кого. Я имею в виду, я не слышал ни об одном святой, который бы построил большие дворцы и большие площади и большие организации. Никогда. Это не признак святого. Святой просто излучает сострадание. И это сострадание не говорит, оно молчаливое. Это сострадание действует, оно не говорит, оно действует. И когда оно действует, оно творит чудеса. Вот что вы знаете. Когда к Христу прикоснулась какая-то женщина, Он сказал, ее энергия протекла через меня. Вот что это такое. Что энергия начинает протекать через вас, и вы ничего не делаете. Это просто происходит автоматически. Ничего не делая, вы достигаете этого. Итак, на сегодня, я думаю, мы добрались до Наби-чакры. Завтра я расскажу вам о других, более подробно и досконально. Чтобы вы поняли, в чем сущность этих чакр и что происходит с вами. Они описали вам чакры. Но зачем эти чакры? Что они значат? Они представляют собой различные эволюционные вехи внутри нас, которые были пройдены. И последняя — это та, которую вы должны пройти сейчас. Это все. Понимаете, вы просто готовы к этому. Вы созданы для этого. Бог создал вас для этого. Лучше, если вы примете это. Вот почему вчера я отвечала на вопросы, а люди сказали мне, «Мать, не отвечайте на вопросы, потому что это пустая трата, времени». Те люди, которые задают вопросы, не задают никаких здравых вопросов, они не беспокоятся о себе, но о том, как они проводят свои жизни. Конечно, некоторые люди задают также очень осмысленные вопросы. Я должна сказать, но нет необходимости задавать вопросы. Давайте посмотрим, получится ли это с вами. Если получится, это будет хорошая идея. Итак, вы хотите прежде всего получить вашу реализацию?